Лук и морковь обжарились. Теперь я добавляю сушеный чеснок и хмели-сунели. И обязательно заливаю одной поварешкой бульона. Перемешиваю и выключаю. Теперь в суп добавляю одну банку консервированной кукурузы без рассола. И одну коробочку сливочного сыра, любого. У меня Хохланд. И сразу отправляю поджарку. Суп доводим до кипения. Добавляем укроп. Кипятим еще 5 минут и выключаем. Ну, суп готов. Вот такой он получился вкусный, наваристый, ароматный. И всего лишь за 20 минут.